настаивая на превосходстве с первых минут. Сейчас добавляет потихонечку. Конечно, желтый. Бурные протесты Касаева. Ну а что тут протестовать? Просто пошел уже раньше и, в общем, ехал по газону, не мог у тебя остановиться. Но видел, что запаздывал. К слову, сегодня судит арбитр, у которого, как говорится, выгнать кого-нибудь, даже и впрямую, не залежится. Подобных вещей надо уберегаться. Ух ты! Мяч в воротах! Получается автогол! По-моему, от игроки, от ноги игрока краснодарского клуба влетает мяч в сетку. Неведомо мне, на чей счет в протокол будет записан этот мяч. Но пока, я думаю, Валентин Валентинов полное право имеет сказать, что мяч забил Алекс. Влетел-то он так, что Корюкину тут делать нечего, конечно. Девятку, да еще. Ну, несчастный случай для Кубани. Тут спору нет никакого. Клисов, по-моему, так незадачливо срезал этот мяч.